Видеообзор на порошок для посудомоечных машин Somat Classic специально для сайта 7745.by. Сегодня я расскажу вот про этот порошок, но только про его плюсы и минусы. Первый плюс – большой объем – 3 килограмма. Производитель указывает, что это может выйти на 100 моек. Но скажу сразу, что в реальности можно растянуть и на большее. Потому что это зависит от объема вашей посудомойки и также от степени загрязнения. Иногда у меня может уходить и на 120 моек, но может уйти на 90, если очень грязная посуда. Также дальше. Никогда от этого порошка у меня не было налета, еще ни разу, на посуде и на стекле. И что еще могу сказать? Запаха. Запаха нет. Теперь расскажу про минусы. Чтобы насыпать вот в такую тару, это достаточно тяжелая банка. Вот так насыпаю и все. Всем рекомендую. Покупки, особенно следите за акционными ценами. До свидания.